Живопись, кукольный театр, художественная пластика. Дом детского творчества возобновил работу в полную силу после новоселья. Теперь педагоги дополнительного образования ведут занятия в Ненецкой школе имени Пырерка. Там прошел день открытых дверей для детей и их родителей. Современные и классические, групповые и индивидуальные. Открыть в себе способность к танцам может каждый, уверена хореограф Дома детского творчества Елена Тюкина. Опытный педагог ставит танцы как с малышами 4 лет, так и школьниками старших классов. С каждой группы 2 раза в неделю. То есть сначала идет группа младших школьников, дальше группа старших школьников. Вот, занятие длится 40 минут, и в принципе этого вполне достаточно, чтобы что-то новое выучить, повторить. У нас занятие состоит чаще из 3 частей, то есть это разминка, разучивание новых комбинаций, повторение как бы в комплексе и заминка. Это растяжка, какие-то упражнения на гибкость, на пластичность. Студия танца «Лайт» приняла своих первых танцоров в сентябре. Сейчас коллектив формирует репертуар и выступает перед небольшой аудиторией – зрителями Дома детского творчества. В будущем дети выйдут на городскую и окружную сцены. Если вы чувствуете в себе потенциал актерский, тогда вам тоже в Дом детского творчества – кукольный театр. Ходите, зевайте, на хвостик наступайте, мрмяу. Кукольный театр – первый шаг в мир древнейших искусств. Здесь изучают эмоции и чувства, настроение и интонации. Свои первые роли юные актеры исполняют вместе с куклами. Вот если боязнь сцены бывает, то куклами показываешь и не боишься. Вот именно куклы с тебя делают. Ну, сам ты очень старался. Вот это сначала кажется, что с тебя все делают куклы и вообще ничего делать не надо. А так самому нужно тоже и представлять, что там куклы должны делать, и руками уметь управлять. В Доме детского творчества широко представлено и декоративно-прикладное направление. На уроках лепки из соленого теста развивается мелкая моторика. Бисероплетение требует сосредоточения и творческого подхода. А в клубе вязания «Модница» воспитанники познают основу психологии и традиционных народных знаний. Когда человек делает куклу, он вкладывает свои мысли, свои пожелания, всю свою энергетику. Поэтому они считаются оберегами. Они оберегают, чтобы она была статная, красивая, чтобы у нее все ладилось, чтобы училась хорошо девочка, чтобы у нее были друзья и подруги верные, чтобы куколка на удачу. Кружок на свой вкус здесь сможет найти каждый ребенок. На базе учреждения работают 22 объединения, в том числе подразделения в 5-й и 2-й школах в спортивном центре «Лидер». Дом детского творчества уже стал местом досуга и развития для 800 детей Нарьян-Мара. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».